Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. А меня зовут Женя. И вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Да, на ее канале «Сладкий персик». Сегодня у нас распаковка косметики Mixit. Вот такая большая коробка нам приехала. Вот такая большая. Сейчас мы ее откроем вместе с Женей. И да. Он скажет нам свое мнение о всяких женских штучках. У меня уже огромный опыт, потому что мы проводили одну распаковку до этого. Тоже был, насколько я помню, Mixit. Да. И... Как интересно, правильно, Mixit или Mixit? Открываем. Здесь же какие-то конверсики лежат. Не знаю зачем. Какие-то открыточки. Ладно. Да? Может, это как-то собирается? А, это коробка. Коробочка, наверное. Да, и сверху вот она закрывается. Это я думала, это конвертик, а это коробка. Коробочка для хранения, наверное, или для того, чтобы подарить в ней. Короче, классная коробочка, розовая. Дальше, это сиреневый, кстати, это не розовый. Ой, прости. Дальше расческа вот такая. Расческа для бороды. Вот такая расческа, смотри, какая хорошая. Да, расческа, ой. Чистый кайф. Мне кажется, ее удобно с собой возить. Она достаточно такая жесткая, нормально будет расческа. Ну, то есть это не какая-то там специфическая расческа для локтя. Нет, это для просто обычной... расческа для волос, да? Просто которая ну, такой формы удобно просто с собой удобно. Возить. Классно. Классно. Я ее заберу, пожалуй, себе, потому что она еще и как будто бы делает массаж. Очень здесь удобно. Здесь у нас что это? Это кремовая палетка для контуринга. Контуринга лица. Знаешь, что такое? Ну, вот контур лица. Чтобы обвести вокруг себя воздух. Это чтобы делать макияж. Пытаюсь открыть. Давай, я можешь попробовать? Подожди со мной. Пока ты открываешь, я... Вот такая. Тут несколько разных оттенков. Можно делать контуринг. Надо только кисть купить, потому что у меня вообще ни одной кисти нет. Ой. Слетела она. Слушай, ну я тебе могу дать, у меня есть беличья кисточка. Да, отлично. Чтобы подкрашивать сколы на машине. Дойдет? Беличья кисточка и красить лицо. Ну, в общем, кисточку куплю, но палетку у меня теперь для контуринга есть. Это что такое? Я вот тут первым делом достал Honey Bunny шампу. Это, судя по всему, шампунь, который питательный для ослабленных и поврежденных волос. Название, кстати, классное. В целом у Mixit мне нравится нейминг, потому что у них все такое веселенькое. Ну, у них дизайн еще симпатичный, да, мне кажется, дизайн. И удобные баночки. Логотип тоже хороший. Тот, кто рисовал логотип для Mixit, лайк. Правда, он лаконичный, информативный, крутой. Но и вот нейминг тоже. Honey Bunny, шампу, мне нравится. Да. Здесь, значит, восстанавливающая маска для волос с маслом макадамии. Вот так вот выглядит. Это мне, кстати, кажется, что из какого-то набора. Микс. Просто здесь очень много товаров. А маска это разве не то, что надевается на лицо? Это то, что надевается на волосы. То есть... Активатор роста волос, скраб для глубокого очищения. А скрабом для волос пользовалась хоть раз? Нет. А, точнее, это скраб не для волос, а для кожи головы. Очень. Как... Что ты врешь? Ты пользовался, я тебе тёр голову скрабом. Вот то, что ты меня тёрла, да. Но я же не знаю, чем я пользовался. Это же... Пользовался, это ты сам, получается, взял, а ты меня трешь чем-то там. Я тебе есть, полностью доверился. Есть скраб для тела, есть скраб для кожи головы. Им нужно пользоваться обязательно, как говорят все стилисты. Угу. Потому что он отшелушивает вот эту вот старую кожу, помогает от перхоти избавиться, волосы меньше пачкаются. Вот у нас есть теперь такой скраб. А здесь еще что? Я буду аккуратненько складывать. Смотри, единорожка. Юникорн – это масло-хайлайтер для тела. Тут блестяшки, и так вот побрызгаешь, и будешь ходить блестеть. Хайлайтер. Хайлайтер вообще классное название. Это... Тебе чисто по названиям женская косметика нравится, да? Не, просто хайлайт, если смотрят мужики, они знают, что есть у любого спортивного мероприятия, там, например, матч баскетбольный НБА, и после него режиссер трансляции нарезает хайлайты, это лучшие моменты. А, это как в сторис в Инстаграм хайлайтс есть? Да, может быть, есть такой сторис. Я знаю из спорта хайлайтс. Дальше опять единорожка, молочко хайлайтер для тела. Он такой же золотой, тоже с блестяшками. Посмотри. Ну кайф, слушай, они вообще такие маленькие. Да, их с собой удобно. С
С собой носите, удобно, а мне хватит на одну ногу. Так, ну, значит, крем для ноги. А опять Юникорна, то же самое, единорожка. Сияющий гель для душа, тоже такой же. Слушай, а после него получается, что блестеть будешь, светиться? Ну, такое будет сияние, да, будешь ходить такой... Светиться под ультрафиолетом, значит, нимб нарисуется, да. А, нимб как раз можно нарисовать вот для контура, да, вот этой штуки, которая по воздуху. Еще у нас здесь есть антицеллюлитное массажное масло с разогревающим эффектом. Ну, насколько я знаю, есть поверье, что у мужиков не бывает целлюлита. Не знаю, честно. Вот. А как бы я в силу своей гибкости не могу дотянуться, потому что у меня там сзади. Поэтому, может быть, и есть целлюлит. Еще одно молочко-хайлайтер для тела Юникорн. Ага. И мы некоторые штучки из этого набора будем дарить в Инстаграм, поэтому обязательно подписывайтесь, будем там разыгрывать, дарить. Да, подписывайтесь, у тебя вроде уже один розыгрыш прошел, да, ты какой-то наборчик разыграл, да. Тоже классный. Да, тоже спа, для домашнего спа. Тоже с такими, да, штучками. Жидкое мыло для рук антибактериальное, такое прекрасное. О, ну это кайф, это вообще актуалочка. Да, вообще-то у Жени был еще антисептик, он потерял. Да, я его потерял. И расстроился. Но у меня есть точно такой же розовый, сейчас достану. Антисептики сейчас, наверное, как перчатки, да, вот, которые постоянно теряются. Да, дальше у нас здесь, что это? Это что это? Голографическая пудра для лица и тела. Necked poster. Хочешь открыть? Это получается голый постер? Голография. Necked. Открой, посмотри, мне самое интересное. Это какая-то паудер, забыл русское слово, помню английское. Да, пудра. Это пудра, да. Я сказала же. А, ты сказала пудра. Ну вот, я повторяюсь, получается. Тональный стик для лица, пока же не открывает, вот такой вот. Ну, это стик, это вот так вот мазать, мы сейчас его откроем. Здесь, кстати, прикольно нарисована схема, как на лицо, да, наносить. Кисточкой по массажным линиям. По массажным. Кисточки линии. Только нету. Надо кисточку. Ну, подожди, это может сейчас мы там где-то найдем. Нет, тут есть кисточки. Я тебе беличу дам, не переживай. Ну, знаешь, какая приятная. Особенно если вот так вот под носом ей поводить, очень щекотно. Так, аккуратно, она, наверное, будет пылить. Так. А, она спонж. Это спонж называется? Да, это называется спонж. Ну, в общем, пудра как пудра, да, пока ты ничего не делаешь. Я буквально недавно выучил название ватный диск. Чем отличается от ватной? А тут уже спонж. А, так она, смотри, Каська, она прям бархатистая такая. Это он. Это, ну, спонж. Да, он. Тональный стик вот так вот выглядит, можно на нем им, точнее, вот так вот рисовать. Ага. Мы она им путаем немножко. Так вот можно. Удобная, кстати, штука тоже с собой возить вместо тоналки. Тональный стик. Так я что-то не помню. Ты мне этим сейчас нос помазал? Да, я тебе этим помазала нос. Чтобы не блестел. Еще у меня здесь есть маска-пленка с морским коллагеном и черной белиной. Она черная. Вот такая. Посмотрите, как это. Черная. Вообще. Классно. Черная, прям черная, но блестяшка. И блестяшки, получается, будут оставаться. Да. А как ей пользоваться вообще? Но то есть ты намазался и ушел? Намазался, походил, потом она так вот засыхает, и ты ее стягиваешь, пленочку с лица. Борется с поврежденным старением и дряблостью кожи. Еще есть такая же маска, пленка какая-то голубая, в общем, с мятой. Мы ее открывать не будем, скорее всего, мы ее, потому что будем разыгрывать или дарить. Угу. Вот, чтобы она была запечатанная, потому что эту я случайно открыла, там уже все. Ты сорвала штамп. Да, и здесь вот еще одна есть такая, это жемчужная пудра. Тоже она запечатанная, не будем ее открывать, вот так вот она выглядит. Так, что еще здесь есть у нас? Значит, питательная маска и бальзам для ослабленных и поврежденных волос. Это вот, наверное, нет, это не оттуда. От шампуня не знаю. Ну, девочки нарисованы одинаковые здесь, смотри. Да. Ну, серия одинаковая. Наверное, это да, одинаковая серия. Просто шампунь у нас оранжевый, а маска какая-то желтая. Шампунь, кстати, классно назывался. Как называется маска? Хани Тедди Бальм маска. Ну, значит, да. Примерно одна и то же. А, еще у меня есть... Что это такое? Это, наверное, из этой же серии. Вот этих вот баночек, да? Наверное, не знаю, не пойму. А увлажняющий, иллюминирующий крем. Вот.
тоже. Не будем тоже открывать. Может быть, кому-то подарим потом. Вот эта вот гелевая маска под глаза. Это я себе оставила. У меня нет такой штуки. Так обрадовалась вообще. Гелевая маска. Это вообще что? Ну, а так вот мажешь под глаза и вместо патчи. Ты знаешь, что такое патч? Патч, конечно. Ты ходил. Тебе села. Я бушная у нее. Она поносила, я потом ее беру. Ну вот, а это гель мажешь под глаза и ходишь тоже. Патчи, кстати, прикольная штука, потому что они охлаждают. Да. И если ты ходил перед этим в бар с друзьями, то на следующее утро патчи приводят тебя в порядок. Так, дальше жидкий хайлайтер для лица с жемчужной пудрой. Хайлайтер вообще название номер один. Там уже был хайлайтер, кажется, да? Да, был хайлайтер. И откроем его. Вот такой маленький. Хайлайтер. Ну, видимо, он должен быть очень хороший. Такой маленький, значит, очень хороший. У вас у девушек вообще размеры косметики сильно отличаются. Бывает вот такая вот штучка маленькая, а бывает вот такая банка, вообще непонятно чего, какой-то жижи. Вам на ванной будут стоять большие тюбики, а косметички маленькие. Это что такое? Так, это какое-то масло. Для загара, скорее всего. А, да, масло для глубокого загара. Я просто прочитал там Cheeks. Да, смотрите, у меня здесь четыре, значит, средства для загара, масло для загара. Это масло для чекуль. Тут написано Cheeks Oil. То, что Женя достал, с маслом кокоса, авокадо и экстрактом ягод асаи. Вот, оно SPF 8. Ну, это как бы такое для загорелой кожи, для какого-то там вечернего или сильно утреннего солнца. И здесь солнцезащитный увлажняющий мист для тела, лица и волос SPF 10. Знаешь, что такое мист? Мист? Да. Пропущено? Я тоже не знаю. Что такое мист? Ну, в общем, вот мист. Но это что-то, как бы он распыляется. Ну, вот. Мист. Надо... Мист кол, пропущенный звонок. Надо у бьюти-блогеров спросить. Вот еще одно средство. Yeah. Здесь у нас боди-лосьон SPF 20. Солнцезащитный лосьон-шиммер для тела. Шиммер — это значит, что ты намажешь кремом, будешь еще ходить блестеть. Шиметь. Шиметь, да. Вот, SPF 20. Мы с тобой не любим сильную защиту. В принципе, в солнцепек не загораем. И поэтому мы мажемся 20-очкой прям нормально. Ну, лицо, конечно, лучше намазать чем-то посильнее. И здесь у нас что? Тоже солнцезащитный лосьон шиммер SPF 30 для лица. Кайф. То есть можно прямо обмазаться. Да. И... Отпуск мы готовы, главное, отпуска нет. Отлично. Что еще у нас здесь есть? Что это? Антицеллюлитный жиросжигающий спрей для тела. Типа подбрызгался и худой. И сжигаешься. Да. Тут еще такая молния нарисована. Был бы вот экспресс такой для мужских пузиков. Просто попшикался, надо тебе выйти, прикольно, выйти в мир. Попшикался. Смотрите, какая расческа. О, это кисть, какая расческа. Кисточка единорога. Ну вот ты говорил, кисти нет, да, у меня теперь есть кисть. Аксессуар, притягивающий взгляды. Вот. Удобные, практичные кисти для растушевки пудры, румян и хайлайтера. Отлично. Хайлайтера. Ну, хайлайтер. Вот, видишь, жизнь, как говорят, получается, не нужна тебе бегчачья кисть? Наверное? Нет. Здесь у нас еще сыворотка какая-то. Может, достанем кисточку? Давай. Кажется, ее лучше показать вот. Сыворотка и праймер, два в одном. Можно как сыворотку использовать на лице и области вокруг глаз. Можно как праймер под макияж. Знаешь, какой праймер? Ну, это база под макияж. Оптимус праймер. Вот сыворотка. Это тоже я хочу, потому что у меня очень мало декоративной косметики было раньше. Сейчас вот много. Вот так она выглядит. Здесь уже тюбик побольше чуть-чуть. А, я видел, у тебя такая в ванной стоит. Ну, у меня сыворотка увлажняющая была. Другая. Она еще с пипеточкой там. Ты пока бери, я тут ковыряюсь. Дальше у нас есть много всяких масок вот таких. Вот их мы будем давить. Смотрите. Они одноразовые? Они одноразовые, да. Ее наносишь, лежишь 20-30 минут, и потом все. И потом сияешь. И потом сияешь, да. Вот у нас масочки такие разные, три штуки. Голубая, белая и сиреневая. Вот. Тоже будем дарить. У нас в Инстаграме, поэтому подписывайтесь. Здесь у нас антицеллюлитный скраб для тела с кофе и тростниковым сахаром. Прелесть. А, тут же бороду себе мои щелочки. Маска, которая не маска косметическая, а... изоляционная маска.
Ну, аксессуар 21-го года. Ну, вот я понял. Да, сейчас ее открою. А их две штучки? Одна. Ты хочешь у меня розовую маску взять? Открой, пожалуйста. Я думаю, у меня будет достаточно этого единорога. А здесь у нас карандаш для бровей. Вот, отлично. Хоть у меня свои брови, но все-таки иногда надо подкрашивать для съемочек брови. Вот у меня теперь есть карандаш. Вот такой выглядит для бровей. Посмотри. Интересная форма. Смотри, для бровей карандаш какой. Треугольный. Вот это да. Вот это да. Вот, у меня теперь есть карандаш для бровей. Супер. Вообще много чего придумали, конечно, для девушек. Вот ты маленький. Будешь это так? Видео безопасно. Еще одно молочко хайлайтер. Тоже мы будем это дарить. А здесь у нас активный комплекс для волос с аргонином, витаминами и экстрактами трав. Здесь много ампул. Угу. Это мне. Да, окей. И опять нарисована... Правда, не понял, что я забрал, но ладно. Нарисована опять женская попка. Это у нас антицеллюлитный крем-лифтинг. Пожалуй, женская попка. Пожалуй, одно что-то антицеллюлитное я себе оставлю, остальное тоже разыграем. Ну и здесь пакетик и какая-то... Бумажечка, скорее всего, с пожеланиями. А, Мексик лаборатория современной косметики. Да, и еще я забыла показать антисептик. Вот, вот такой вот у меня розовый антисептик. Он очень вкусно пахнет. Антибактериальный, естественно. Написано, что убивает 99% всех вирусов и бактерий. Жень такой был голубой, он его потерял. Я сейчас надену маску в таком. Вот так вот. Так вот обработаю руки. Ой, пахнет, правда, вкусно. Вообще не воняет спиртом, как обычно. Не, ну спирт прекрасно. Чувствуется, потому что его перебить невозможно. Но в любом случае есть приятный. Что-то, что разбавляет этот запах и становится более-менее. Поэтому мы Жене заказали еще 5 штук таких голубых. Да. Антисептиков, чтобы он не терял, потому что, правда, очень понравился. Остальное пока из этого всего я еще не пробовала, антисептик прям... Уже затестил сразу. Антисептик тоже, да. А почему мы его затестили? Потому что нам эта коробка приехала перед поездкой в Москву, и нам нужен был антисептик, который у нас, собственно, и закончился. Мы его достали. Спасибо, так дышать намного проще. Мы его достали и поехали. И поехали. Женя обратно не привез, а Юля привезла. Обычно бывает все наоборот. Ну да. Ну, в общем... Это все, все мои сокровища. Что-то я оставлю себе, чтобы написать отзыв. Я же должна потестить, написать. Конечно. И что-то мы будем разыгрывать у меня в Инстаграм, поэтому обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, следите, розыгрыши. Ты хотела делать каждую неделю, да? Ну, несколько раз в месяц, скажем так. Ну, да, как говорят политики. Как будешь успевать. Если больше одного, значит несколько. Но мне вот, например, вообще не жалко. Я даже получаю удовольствие от того, что... Когда я дарю подарки, я не знаю, как ты. Тоже. И я прям жду твоих розыгрышей, чтобы когда люди получают выигранные подарки, и своими эмоциями делились с нами, мы ими заряжались и продолжали дальше разговаривать. Поэтому сейчас мы пойдем на почту и отправим приз девочке, которая выиграла набор Миксит у нас в Инстаграм. Как раз у нас осталось 3 часа. Чтобы сходить отправить ей посылку. Поэтому, друзья, ждите отзывы на моем канале, подписывайтесь в Инстаграм. Пока!